Меня зовут Илья Козлов, я из России, из Великой Руси. Именно там сложился мой футбольный путь. С разбитыми коленками, на асфальте, без зеленых газонов и с достаточно небольшим для голкипера ростом, всего лишь 1.70 м. Так легко забить мне, не правда ли? Особенно, когда сидите вы по ту сторону экрана. Но что, если я действительно живой человек, и у меня есть возможность отразить ваш удар? Yeah, we've done here. Yeah.